поклонюсь всем сердцем и душой, всей крепостью и силою моей, лишь тебе. Ты жизнь моя, Иисус, ты свет небесный мой, и нас не разлучить с тобой. Христос, ты жизнь моя и спасение мое, мой Бог. Завишу от тебя, Господь, скала моя, упование мое, мой Бог. Надеюсь на тебя, надеюсь на тебя. Христос, ты жизнь моя. Спасение мое, мой Бог, тебе я поклонюсь всем сердцем и душой, всей крепостью и силою моей, лишь тебе. Ты жизнь моя, Иисус, ты свет небесный мой, и нас не разлучить с тобой. Я хочу вместе с вами открыть послание к евреям, 9 главу, 27 стих. Евреям, 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Давайте откроем еще один текст. Иоанна, 5 глава, 24 стих. Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам», это то, что сказал Иисус, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании, в пятой главе, говорит о том, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Дальше, продолжая эту мысль, он говорит о том, что поэтому я воздыхаю, поэтому я тоскую, поэтому я чувствую, что здесь на земле это все временно и быстро проходящее там вечно. И он говорит, мы воздыхаем, потому что мы хотим, мы желаем облечься в небесное наше жилище. И потом он говорит в 4 стихе, что когда мы находимся в этой хижине, то есть в этом теле, то мы воздыхаем под бременем, потому что мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. И, наконец, 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Я очень хотел бы пояснить, о чем идет речь. Речь идет о том, что он говорит, что когда я живу в теле на этой земле, я не хочу оказаться за бортом, совлечься, то есть сбиться с пути. Я не хочу, у меня есть цель, я иду к этой цели. Я стремлюсь туда. И я знаю, что цель эта состоит в том, чтобы я облегся в небесное мое жилище, чтобы однажды я оказался у Господа, и как ниже, значит, сказано, водворился у Господа, то есть оказался у Господа, был на небе с Ним, и Он говорит, именно для этого и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Небеса – это мечта каждого христианина. Это цель, к которой мы стремимся. И Павел говорит, что главная цель, почему Господь нас создал, искать ответ нужно не на земле, не на этом уровне жизни. Он говорит, Бог нас создал для жизни вечной на небе. И поэтому Он дал нам залог Духа. Знаете, я хочу некоторое время говорить с вами об аде. Это тяжелая информация. Я вчера
копал свою Библию для того, чтобы найти те места, которые говорят об аде. Кто-то из вас может сказать: пастырь, нам не нужно знать об этом, и давай эту часть упустим, давай будем говорить о небе. Но с глубоким смирением, стоя перед вами, я хочу сказать, что я осознаю, что некоторые люди, даже присутствующие здесь, могут оказаться в аду. Знаете, кто-то скажет: пастор, ада не существует. И есть немало верующих, христиан, которые придумали себе такую теорию, что ад – это просто когда ты уснул, закрыл глаза, а потом ты проснулся, и все, и ты либо на небе, либо ты оказался на суде. В результате этого суда Господь говорит: все, ты грешник, уходи, иди в ад. И это означает смерть вторая. То есть ты исчезаешь в небытие, и тебя больше нет. И христиане иногда питаются ложной, демонической теорией о том, что не существует ада. Но это не так. Я хочу показать вам, что Иисус говорил об аде. Более того, исследуя эту тему, я обнаружил, что каждый раз, когда в Библии идет речь о небесах, упоминается небо, на каждое упоминание небес существует 10 упоминаний об аде в Библии. То есть, я бы сказал так, Писание говорит в 10 раз больше об аде, нежели о небе. Это моя Библия, это твоя Библия, она говорит об этом. Я хочу, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Луки, 16 главу. И здесь Иисус рассказывает историю, не притчу, а историю о Лазаре и о богаче. И он говорит о том, что некоторый человек был богат, одевался в порфиру, весон, каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Псы приходили, лизали струпья его. 16 глава Луки, 19 стиха и ниже. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Дорогие мои, ад – место мучения. Ад – это место, где человек чувствует себя уставшим. В свой первый день, когда оказался там этот богач, он чувствовал себя измотанным и с жаждой, с желанием, чтобы хотя бы капля, хотя бы немного, Лазарь омочил свой палец и хоть немножко, хоть чуть-чуть, некоторая капля воды попала бы к нему. Друзья мои, это страшное место, место темноты, место мучения. Читаем дальше. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, ты страдаешь. Сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». И вот здесь внимание, он дальше говорит: «Тогда сказал он: прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Друзья мои, в аду есть тоска, есть глубокое одиночество. Это место, когда человек просит: пожалуйста, просто верни меня назад. Пожалуйста, там у меня есть 5 братьев, в дом отца моего. Пожалуйста, если можно, давай немножко прокрутим назад. Я не хочу быть здесь. Но знаете, истина состоит в том, что он никогда больше не сможет вернуться обратно в тело. Что он будет пребывать там во веки и веки. Он переступил черту. И оттуда, с того мира, не возвращаются. И он умоляет и просит: если можно, пошли, у меня 5 братьев. Он тоскует и он печалится.
Читаем дальше. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Я назвал третий момент здесь. Во-первых, это место мучения. Во-вторых, это место одиночества и тоски. И в-третьих, это место страха и безнадежности. Он будет оставаться там во веки веки, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Этому не будет никогда никакого конца. Друзья мои, но я снова хочу, чтобы мы вместе с вами открыли Иоанна 5 главу 24 стих. Мы уже сегодня один раз смотрели на этот текст. Смотрим еще раз. Иисус говорит: истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь. И это радость и надежда и вдохновение для каждого из нас, пока ты на земле, пока я на земле, пока мы живы. Если мы слушаем Слово Божие, если мы принимаем Иисуса Христа, если мы посвятили свою жизнь Ему, у нас есть шанс никогда в жизни не попасть в это страшное место, в ад. Я хотел бы вместе с вами, чтобы мы заглянули, познакомились, что же будет на небе, наш первый день на небесах. Но перед тем, как мы перенесемся на небеса из ада, я хотел бы рассказать об одной женщине. Ее имя Флоренс Чедвик. Эта женщина 4 июля 1952 года хотела сделать, удивить все человечество, хотела сделать величайший рекорд. Она бросилась в холодные воды океана для того, чтобы из острова Каталина доплыть до берега Калифорнии. Она была профессионалкой. Это пловчиха, которая чуть раньше проплыла Ла-Манш туда и обратно, и весь мир знал ее. Местное телевидение, национальное телевидение транслировало, как она плыла. И в тот день, как никогда, был очень густой туман, который покрыл вот все это расстояние. Там чуть больше 33 километров между островом и материком. Спустя более чем 15 часов, парализованная холодом, Флоренс попросила, чтобы ей дали выйти из воды. Она не могла плыть дальше. Ее мать и тренер, находившиеся в одной из сопровождающих ее лодок, сказали ей, что земля уже очень близка. Они умоляли ее не сдаваться, но, посмотрев в сторону берега, она ничего не увидела, кроме густого тумана. Несколькими минутами позже, через 15 часов и 10 минут после начала заплыва, ей помогли выйти из воды и прервать свой заплыв. А еще через несколько часов, когда ее тело согрелось, она ощутила шок от своего поражения. И в один миг она резко сказала одному из репортеров: «Послушайте, я не ищу оправданий. Но если бы я только могла видеть берег, я бы непременно доплыла, я бы не сдалась, я бы победила». До берега оставалось, оказывается, чуть больше полкилометра. И мать и тренер убеждали ее: оставайся вот-вот-вот-вот совсем рядышком берег, ты уже почти у берега, пожалуйста, оставайся еще немножко, плыви. Но позже, оглянувшись назад, она сказала: о, если бы я могла только увидеть берег, но туман все застилал. Когда я прочитал об этом, я вдруг подумал, какая чудесная иллюстрация к моей проповеди. И я бы сегодня хотел бы сказать, что это слово для многих христиан.
Потому что проблемы, которые так часто, как туман, просто застилают наш взор, и разные трудности, и разные неурядицы, и просто усталость от жизни, и просто рутина ежедневная, и много других проблем, и искушения, и грехи, и собственный характер, и близкие друзья, и абсолютно все в какой-то миг становится таким густым туманом над нами. И нам кажется, я уже готов сдаться, я уже не знаю, я не знаю, где этот берег. Братья и сестры, у меня есть слово для каждого из вас, для каждого христианина. У нас есть берег. И берег для нас – это небеса. Это будущее место, где мы с вами будем обитать вечно. Все, что здесь, на этой земле, это просто подготовка к вечности. Это работа Божия над нами, чтобы приготовить нас. Берег уже скоро. И очень скоро мы доплывем до Него. И знаете, я уясняю для себя снова и снова, что берег – это не просто место покоя, место радости, место утешения. В действительности небеса – это место покоя, это место радости и утешения. Но когда мы говорим о будущем, мы должны понимать, что речь идет о личности, об Иисусе Христе. Быть на небе, не зная Иисуса, невозможно. Быть на небе и быть увлеченным самим собою, поглощенным своими идеями какими-то, принеся туда свой багаж, невозможно. Для нас берег – это Христос и это небеса. Я уверен в том, что когда мы предстанем пред Господом, мы вдруг, открыв глаза, будем шокированы всем тем, что вокруг нас будет происходить. Я верю, что мы увидим прежде всего Иисуса. Мы настолько притянемся к Нему, потому что весь источник любви, жизни, вдохновения, вообще все, все здесь. Мы увидим Его воочию. Я не знаю, как Он выглядит. Я думаю, что я просто упаду перед Ним, чтобы снова поклониться Ему. Я думаю, Он поднимет меня, и Он скажет: подожди немного, пойдем, я покажу тебе, что я приготовил для тебя. Он поведет меня куда-то, в какое-то место, где я еще никогда не был. И Он скажет: вот посмотри, вот это я приготовил для тебя. И я буду просто восхищаться и удивляться. Помните, апостол Павел говорит, что не видел то глаз, не слышало то ухо, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. Вы знаете, что еще я увидел в Библии? Я увидел, что, оказывается, небеса – это город. И в Откровении, в 21 главе, в 22 главе, он вообще описан даже, каким он есть, этот город. Там даже есть размеры этого города. И там есть описание всего этого города. В Евреям, в 11 главе, апостол говорит о том, что Авраам, он искал город художником и строителем, которого был Бог. То есть он ожидал, что этот город однажды ему попадется где-то на этой земле. Но он ушел с земли, так нигде и не нашел этого города. Речь идет о новом городе, в котором мы вместе с вами будем жить. И это ключ, слово «город», ключ. У меня как что-то открылось, когда я стал думать: город, город, город. Я живу в городе, мы живем в городе, но город, город – предполагает жилища, дома, квартиры, улицы, передвижения. Читайте Откровение 21-22 главы, и там написано о том, что в этом городе есть вообще основание, основание из 12 камней. Посередине этого города течет река, а вообще город основан на горе, то есть есть реки, есть горы. И древо жизни посреди города, посреди рая. И есть ворота, 12 ворот. Но они открыты постоянно. И там сказано о том, что там не будет вообще ночи.
что там будет день, и там не будет нужды ни в каком солнечном свете, потому что сам Бог будет излучать свет от себя. Сказано о том, что на деревьях есть листья, а листья для исцеления. Кто-то скажет: пастор, неужели там болеют? Не знаю, но на языке нашем Иисус сказал, что там в этих листьях есть живительные соки, которые будут давать здоровье и давать источник для жизни. Знаете, Бог не обещал, что Он просто улучшит наши условия здесь, на этой земле, и Он каким-то образом нашу землю очистит, омоет. Нет. Бог сказал, что придет новая земля и новое небо, на которых обитает правда. Мы, люди, очень часто хотим каким-то образом, зафиксироваться, где мы есть, лишь бы не было хуже. Лишь бы вот так, как есть, пусть так и будет. А Господь говорит: я поведу тебя туда, где ты никогда не был. Я покажу тебе то, чего ты никогда еще не видел. И я открою тебе то, что будет просто удивлять тебя и восхищать тебя. И этому не будет конца. Несколько слов о наших телах. Филиппийцам 3 глава 21 стих. Посмотрите, в Библии написано о том, что Бог наше уничиженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Славное! У нас будет славное тело. Я не знаю, что это означает. Но я думаю, что после того, когда Адам и Ева согрешили, вся жизнь на земле имеет отпечаток греха, грехопадения. И в Библии сказано, что все творение подчинилось рабству, не добровольно, но по воле подчинившего ее. Потому что Адам и Ева согрешили, даже животный мир и весь сотворенный мир, абсолютно все подчинилось этому проклятию греха. В Библии сказано, там не будет никакого проклятия. В Библии сказано, что Он утрет всякую слезу с наших очей. И я думаю, что наши глаза начнут видеть то, что наше человеческое зрение не способно увидеть. Я думаю, что наши уши будут слышать то, что наше ухо не способно услышать на этой земле. Те звуки, те мелодии, то, что будет просто очаровывать нас, его не просто... Наш слух откроется. Я думаю, что мы будем передвигаться так, как мы не могли передвигаться на этой земле, подобно славному телу Его. Я не знаю, но я думаю, что будет огромная разница между телом нашим и между телом, которое будет у нас там. Во-первых, не будет никаких болезней. Оно тебе не будет мешать, не будет обременять, не будет ограничивать тебя. Ты будешь подобен Христу. Ты будешь иметь славное тело Его. Я думаю, что у нас будет намного больше удовольствия, чем на этой земле. И это будет святое, чистое удовольствие. Я думаю, что мы сможем трудиться так же, что у нас будет работа. Работа будет в радость нам. Работа не убивающая и удручающая. Работа как наслаждение. Я также думаю, что у нас будут разные взаимоотношения, потому что Бог есть любовь. Все взаимоотношения будут пропитаны любовью. Я думаю, что все то, что мы имеем на этой земле, умножив в миллионы раз, все это будет на небе, убрав весь негатив. Друзья, апостол Павел имел откровение о небе, потому что филиппийцам он говорит так: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Я не знаю, понимаем ли мы, о чем он говорит, но он говорит о том, что когда происходит момент смерти, я приобретаю что-то, что я не имел на этой земле. Я знаю, что все мы бессмертны. Я знаю, что жизнь на этой земле – это подготовка. Знаете, Иисус на небе сейчас готовит место для нас. Но Он вместе с тем готовит и нас, чтобы мы пришли на небо. Только те,
которые написаны у Агнца в книге жизни, только те придут туда. Берег уже совсем близко. Осталось совсем немного. И кто-то из нас может быть раньше, кто-то позже. А может быть, Иисус придет. И все вместе мы перенесемся туда, в наши вечные небесные обители. Но здесь сказано, ничто нечистое и преданное мерзости не войдет туда и лжи. Поэтому Божья работа, она двухсторонняя. Он готовит место для нас, и Он готовит нас, меняя и преобразовывая наш характер, чтобы мы могли занять это место, которое приготовлено для святых детей Божьих. Я хочу сказать, что сегодня еще открыта эта дверь. Сегодня еще каждый из нас может поправить свое положение. Сегодня еще, как тот, значит, разбойник, вися на кресте, успел сказать: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». В последние минуты перед смертью он успел. Сегодня каждый из нас может успеть сказать: «Господи, я хочу быть с Тобой на небе. Я не хочу быть в аду. Спаси меня, прости меня, очисти и измени меня. И запиши мое имя в книге жизни». В Библии поэтому сказано, что на небе происходит огромное движение и большущая радость об одном кающемся грешнике больше, нежели о 99, который не имеет нужды в покаянии. Почему? Потому что еще одна душа вырвана из ада. Еще один человек не будет там мучиться вечность, а будет с Иисусом, будет на небе. Но если здесь на земле ты еще не встретился с Ним, если здесь на земле у тебя еще не было момента, где бы ты по-настоящему посвятил себя Ему, где бы ты сказал: «Господи, очисти меня от лжи, всякой мерзости, всякой нечистоты. Я не хочу делать мягким моменты моих грехов. Я хочу просто принести их пред лицо Твое и сказать: Господи, я грешен перед Тобою. Прости меня, очисти меня, омой меня. Я хочу оставить всякий грех. Я хочу идти за Тобою. Я хочу быть на небесах. Я хочу вечность провести с Тобой». Если ты еще не успел это сделать, сегодня, сейчас, это самое лучшее время –